Марина Александрова сильно опозорилась на фестивале. В прошлом году известная актриса Марина Александрова впервые стала мамой. Сейчас девушка вернулась в прежнюю форму, которую продемонстрировала на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Девушку пригласили на кинофестиваль в качестве ведущей, однако она не оправдала надежд организаторов. Публика фестиваля с восторгом наблюдала за появлением актрисы на дорожке, так как она выглядела просто потрясающе в черном кружевном платье. Правда, все впечатления испортило выступление Александровой на сцене. Соведущей мероприятия была актриса Екатерина Волкова. Девушки плохо справлялись с обязанностями ведущих церемонии, так как обе читали текст по бумажке, и было заметно, что они видят текст впервые. Мало того, актриса постоянно запиналась, коверкая имена и даже неправильно ставила ударение.